Мещанский лес. За грибами. Это, наверное, последний поход будет в лес. В попытке найти грибы. К обеду обещают средний дождь, а к вечеру сильный. Я с тобой плащ взял. На всякий случай зонт. Утки полетели, из канала взлетели. Не видно будет их. Хвост со мной. Конечно же пошел. Да. Клещ сборник. Красивый восход. Хорош беситься, тварь. Первое ноября, восход-то какой. Скоро солнце появится. Ветер поднимается. Осветило солнышком. Он на бугре стоит. Нужно подойти к озеру посмотреть, может, утки сидят. Как красиво. На лугах еще тень, а на бугре уже солнце. Взял. Первый раз вижу, чтобы так красиво город освещало. Прям какой-то восход. Краски такие неестественные. Офигенно. Похож никого. Все, солнышко за тучи спряталось назад. Показалось на горизонте немножко. Город осветило. Чуть выше поднялось, а там уже туча. Впереди пасмурный день. А к обеду, как я и говорил, дождь, наверное, должен пойти. Дошел до леса. По этой дороге мне нужно прямо. Лесу как приятно пахнет соснами. Олени, косули, впереди. Орут на луговине. Похоже, на луговине где-то стайка косуль. Дятел летает на макушках. Он тут не один, их тут несколько. Эх, серьезно. Его не отковырнуть никак. Уйди, не лезь ко мне. Свежие трутовички. Рядом с дорогой на тупе гнездо крупной птицы. Вот они. Похоже, что лебеди отсюда не улетят до тех пор, пока болото их не замерзнет с концами.
времени встречаются вот такие деревья. Они как бы сплюснуты с двух сторон. А по центру обычно трещины трескаются. Но это уже старое. Оно погибло. Ешь хвост. Грибы съедобные. Ешь, смотри, какие беленькие, хорошие, вкусные. Ешь, ешь, ешь. Закапывают. На черный день прячут. Опять трудовички. Дошел от этого места, где опята растут. Вот отсюда оно начинается. Сейчас буду искать, ходить. Старенькая береза. А вот они, опятки. Значит, есть шанс у меня набрать их. Я, честно сказать, не надеялся, что я найду опята свежие. Ножки червивые оказались. Странно, вроде холодно уже. Я вот уже забыл, где-то здесь я летом находил целое дерево с опятами. Вот это что ли? Сейчас, конечно, трудно будет его найти. Нашел вот клубенька, какие-то грибы. Как на лисички похоже. Лисички или нет, не пойму. Что это такое? А вот олень и гриб еще рядом. Ну, хорошие. Всего это опята еще с лета остались, когда я сюда приходил и новых не вылазило. Муравьи старое дерево захватили. Похоже, нету опят. Это что, такой кипрей, что ли? Иван, чай был. На этой березке постоянно опята росли. А вот какие-то выросли. Не те, что я ищу. С этой стороны они тоже выросли. Даже еще свежее, чем с той. Теперь еще остается надежда на эту, на рядовку. Сейчас пойду через луга к ферме. И, возможно, на ферме рядовки появились. Кривой дуб, которые я постоянно снимаю. Бобр здесь активно жирует. К зиме готовится. Иди, хвост, ищи его. Здесь он где-то прячется. Осень в этом году совсем не грибная. Сухая. Что, дождей нету? Никаких грибов. Даже рядовка и то не вылезла.
Настолько все сухо. Жалко. Снег начался легкий. А обещали дождь, а пошел снег. Ух, метель начинается, что ли? Снег все сильнее и сильнее становится. И ветер. Неприятно идти. У меня такие ощущения, что я уже не пойду на ферму за рядовки. Наверное, буду забирать ближе к дому. На снег я не рассчитывал.